В домашней мастерской Анатолия Козлова около сотни работ. На картинах символы города, шахтеры, металлурги и любимец художника – казак-футболист. Незабыты и иностранные гости Донецка. Думал над тем, как отразить, если я покажу эти резиновые сапожищи, эту темную форму, униформу. Ну, кто я буду? И я начал смотреть вокруг себя. И я зрительно увидел национальный украинский овощ, который я очень люблю и любят все украинцы в том числе. Анатолий Стефанович разработал серию символических наград. Все они написаны маслом. Орден «Горячее сердце» лучшему болельщику. Самому сильному футболисту – сухой лист Лобановского. Так назывался финт украинского игрока. Есть у Анатолия и специальный орден для Мишеля Платини. Видите, мяч вне игры, донецкие розы. И символом нынешним, который был в свое время разрушен у нас, это башня, колокольня Свято-Преображенского кафедрального собора. Анатолий Стефанович до последнего верил в победу украинской сборной. Поэтому на многих картинах победные лозунги. Мяч – это основное действие на поле. Дальше на мяче стоит подставкой бокал, заполненный красным вином победы. Художник хочет, чтобы на Донбасс-арене организовали народную церемонию награждения спортсменов и болельщиков. Говорит, что в Европе ничего подобного еще нет. Анатолий надеется, что руководство стадиона его инициативу поддержит. Картины разместят в футбольном музее, а медали и ордена будут вручать в качестве наград. Екатерина Павлова, Роман Фролов, «Панорама».